Южноуральским ветеранам отремонтируют квартиры. Расходы на это в 2020-м увеличатся. Помощь получат более 400 пенсионеров. Это не только одиноко проживающие участники войны, но и вдовы погибших фронтовиков. Текущий ремонт квартир в многоквартирных домах увеличен с 15 тысяч рублей до 40 тысяч. Размер выплат на текущий ремонт в жилых домах с 25 тысяч до 66, на проведение капитального ремонта жилья со 100 тысяч до 107 тысяч рублей. На ремонт жилья ветеранов в этом году направят 28,5 миллионов рублей. Также поднимут выплаты на подведение газопровода. Сумма вырастет в 4 раза. Вместо 25 тысяч рублей будет 100 тысяч.